ГИБДД предупреждает, синоптики радуют, а люди ждут. Когда же будет тепло и в меру снежно? Прогноз есть, ожидаются метели, а температура будет комфортной. В ближайшие дни погода в Кузбассе будет по-зимнему теплой. В субботу днем температура минус 5, минус 10 градусов. Ночью минус 10, минус 15 градусов. Сохранится снег от небольшого до умеренного, местами метели. Юго-западный ветер с усилением до 12-17 метров в секунду. В воскресенье также снег, метели. Юго-западный ветер сменит направление на западное и будет усиливаться. Температура днем в пределах минус 4, минус 9 градусов. Ночью основной фон минус 12, минус 17 градусов. По югу области минус 7, минус 12 градусов. По северу прохладнее, до минус 22.